И вот какой пас Роналду, блестяще было сыграно. О, Хамес. Неплохой перевод налево, там Марсело. Вспоминаем, что он тоже умеет атаковать. Роналду, удар 1-0. Все упочислено у Реала в этой атаке, но зато мяч в ногах у Криштиану. Передача Бензема, выручает Диего Алвес. Мешают друг другу игроки Валенсии. И Бензема 2-0. Не засчитан гол, потому что был офсайд. Если бы шажочек сделал, видите, пытается Барбалану сейчас доказать без проблем. Давайте смотреть, Криштиану молодцом. Вот здесь офсайд, здесь метровый офсайд. И надо было его, конечно, фиксировать. Диего Алвес прекрасен. Абдунур столкнулся с Мустафи. А мяч от ноги, да, от ноги Канцелу прилетел к Алвесу после удара Бензема. Андре Гомес, прострел, и надо забивать, конечно, забивает. Так скажем, что Валенсия на свой гол, наверное, наиграла. Андре Гомес здорово прострелил. Роналду, он сейчас забьет, конечно. Он сейчас получил травму. Помните, в матче с Вильяреалом, помните, с отличным пасом в глубину поля. Небольшой рикошет на разминке, на тренировке, несмотря на все свои заслуги. Он сказал, что Мурини его любимый тренер. Все-таки забивает еще один гол. Смотрите, какой удар, вводящий. Становится 39 очков. И если Райо проиграет, если кто-то сейчас забьет...